Привет всем. Здрасте, здрасте. Сколько вас не спит? Много. Ты Саня? Нет, я не Саня. Привет, ребятки, привет. Можем поговорить немножко. Как твои дела? Мои отлично. Делишки отлично. Все, ребятки, поделитесь, как у вас дела. Пр. Это что такое? Уже переспала. Я не хочу о ней комментировать. Любишь спагетти? Да, обожаю. Я сам готовлю. Пасты разные. И люблю спагетти. Но больше мне нравится рыбка, чем лапша. Вы с Аней подходите. Боюсь даже представить. Ты в комнате Кристины? Да, мы поменялись. Глаза очень красивые, спасибо. Schönes Auge hast du, danke dir. Дортмунд, привет, ребятки. Твоя подруга остается на проекте. Вы вместе? Нет. Поля уехала. Можно рецепт пиццы какой-нибудь твой? В шапке профиля у меня зеленые. Да, у тебя глаза зеленые. Да, у меня глаза зеленые. Как на личном фронте? Без изменений пока. Брянскую ждешь на проекте? Нет, не жду. Брянское все уже, ребят, ну, уже никаких не может быть у нас совместных мероприятий. Так, желаю тебе хорошую девушку уже, наконец, спасибо. Как думаешь, Макс, надолго с новенькой Аней? Ну, я думаю, что надолго, но мне так кажется. Тигран сейчас с кем-то? Нет, Тигран любит Юльку. Они комната, она воняет. Теперь переехали портить другую комнату. Слушайте, ну в комнате, да, ужасный запах, но сейчас вроде бы вот я второй день выветриваю, все вроде нормально. Ты заселился с кем-то? Нет, я один. Такой спокойный. Когда вы спите, если ночью эфир, а днем вы в эфирах Дом 2? Белую выгнали? Нет, она сама ушла. Жизнь настоящая, если да, то кого? Любил ли? Конечно, любил. У меня ребенок от любящей женщины. Хочется прям, чтобы у тебя все наладилось. Ты классный, спасибо, Наташа. Какие планы после проекта? Пицца это навсегда? Нет, пицца это хобби, ребята. И я помимо пиццы готовлю очень много разных блюд. Ну, здесь просто в силу таких, ну, чтобы не делать заготовки, не тратить продукты, просто вот, ну, готовлю по кайфу пиццу. Нет вопросов, просто красавчик, спасибо. А чего? Сейчас уже не воняет в комнате. Нет, ты охрененный, спасибо. С Аней не собираешься сходиться? Послушайте, ну, прежде чем с Аней сходиться, там такой багаж у нас негатива, всех моментов этих. Мамулечка, привет, дорогая мамуля. Что ты не спишь, мой зайчик, а? Саму ни с кем сейчас не знаю. Переписывается там с каким-то мужиком, говорит, поедет встречаться с ним. Да ничем не воняет. Ну все, отстаньте. Гринвей. Почему Кристина? Ну, я не... Почему Кристина ведущая? Или Безус Кристина? Почему? Пахнет помню. Так, мед. Тамбовский нож. Мед, Тамбовский нож. Мед, я не знаю. Алексей, привет, привет, Леша, здравствуйте, ты достоин быть счастливым. Мамуль, как дела у тебя, зайчик? Порода собак, какая порода собаки, не знаю. Если уже с Аней видно, что уже любите друг друга. Как тебе на Аню хватает терпения? Либержик, привет, дорогая, Либо.
Так, привет, Леха, дай совет. Бывший муж не общается с дочерью. Для нее это большая, да, мудрый, можешь совет дать. Слушайте, ну здесь все от мужчины зависит. Можно находиться, ну, далеко друг от друга, но поддерживать общение с ребенком. Ты, конечно, жестокий человек, но в данный момент ты хороший. Просто будь добрее и не агрессируй. Блин, Либ, привет. Как мне кажется, вот, ну, я по себе могу судить, да, простота жизни, простота души, она дает больше возможностей для творчества вообще по жизни и дает колоссальную возможность, ну, пребывать в состоянии любви и счастья. Вообще в простоте все, в доброте и простоте. Но пословица «простота хуже воровства» сюда не подходит. Простота душевная – это немножечко другое. Что нового у тебя? У меня, я занимаюсь спортом, привожу себя в хорошую форму. Сегодня делал ноги. За эту неделю сделал два упражнения, вернее, с выходных сделал два упражнения на ноги. Для меня это большой прорыв, потому что я их не люблю делать. Привет, Леша, я бы хотела к тебе прийти и жить с тобой. Классно. Ты классный, тебе правильную девушку. А кому ты писал, когда на кухне тебя вырубала? Не писал, а просто смотрел ТикТок. Это, короче, видос вообще бомба. Ну, снять надо. Вообще, Ваньку не хочу комментировать. Ты готов простить Аню? Ты классно, делай все по сердцу. Так, человек очень крутой, спасибо. Почему Поля ушла? Ну, у Поли своя жизнь, свои дела, она не может здесь находиться. Ташкент, передай привет. Ташкент, ребятки, привет вам огромное. Спасибо, что ответил. Леха, так поэтому я тебе верю, смотрю, что ты очень глубокий, чувственный и ранимый человек. Ну, так бывает, конечно, так бывает. Главное, за Аней не бегай больше. Нет, я за ней не бегаю, все. Ты не бухаешь? Нет, не бухаю. Леша, сколько вам платят? Ребят, на этот вопрос я никогда не говорил, но не отвечал. Мне хорошо платят. Поэтому верю в твою доброту. Спасибо, Паскаль. Ты в отношениях? Нет. Привет, Леха, здравствуй. Так, Леша, твое любимое блюдо? У меня нет любимых блюд. Вы знаете, так получилось то, что я вот уже говорил об этом. Я ни к чему не привязан. Леха, не хотел бы откровенную фотосессию? Да, я хотел бы откровенную фотосессию. Но я искал где-то месяца три назад. Хотел фотосессию ню, и многие фотографы отказались. Тем более, причем я хотел фотографа-женщину. Мало кто этим занимается. Сколько сейчас пар? Без понятия. Ждешь новый приход? Нет. Лех, ты молодец, достоин красивых искренних отношений. Удачи тебе, это классно, благодарю. А почему именно пицца? Не знаю, как-то так с юности пошло. Когда в Германию? Ребят, планирую в сентябре. Сколько лет Макс и девушка? 21. У мужской норм жить? Норм, конечно. Воскресенск, привет, привет. У вас в течение дня есть время без съемок? На еду, например, конечно, есть. Нет, Колесников не вместе. Ты самый классный. Девушка тебе надо. Ну, красивый, умный. Спасибо. Познакомимся. Ха-ха. Ты такой спокойный. Я не знаю. Ты моя мечта. Когда я вообще не спокойный. Но... Нет, понимаю. Давай я тебя пофоткаю. А камера 24/7 бывает. Ванюшка, то, что... Надоело одно и то же ему объяснять. Либ, ну ты знаешь, что да, в Ваньке я разочаровался, реально. У нас такое сейчас натянутое общение идет. В общем, ты очень красивый, спасибо. Где бы ты хотел жить? Там, где семья моя. Там хотел бы жить. Откровенное фото, как ты пиццу делаешь. Нет, нельзя откровенные фото с пиццей, потому что
репутационная составляющая, она касательно блюд, она не может никак быть втиснута в какую-то пошлость там или откровенность. Анютка ушла, нет. Так. Все, ладно, проехали. А вы почему не спите? Кто откуда, ребятки, говорите? Выходите, Либерж, прямой эфир. Да, можно, либо. Либерж, Ванька, не забудь. Да, не, думаю, давно уже забыла. Да, ну что. Леша, там тусов женских, да, пускай. Вот тебе ради раскрутки своими. Ты, близнецы, такой интересный, хочется к тебе. Балакова, привет. Ваня вместе. Харьков, привет, ребятки. Германия, привет. Витебск. Украина, Херсон, привет, ребятки. В муке и с тестом. Можно. Весь в муке и хрен в руке. Я от чистого сердца желаю тебе добра. Спасибо большое, Барановичи. Беларусь, привет. Если эфир будет, да. Я с Владивостока, привет, Владик. Белгород, привет, Марина. Рязань, Анюта, привет. Дубна. Переславль Зелевский, привет. Передай Асе, привет. Асечка, привет вам. Хандыга, привет. Владикавказ, ребятки, привет всем. У меня сейчас такое настроение, я хочу вообще быть в максимальном позитиве. Дагестан, привет, Ребзя. Ярославль, привет, Самара, блин, география такая, вся Россия, Туапсе, Питер, привет, Гомель, ой, слушайте, Ижевск, 18-й регион, в Сочи жду, хочу в Сочи, да, когда Крис улетает, 20-го, по-моему, Киев, привет, ребятки, когда Шалфея увидим, ой, Шалфея увидим скоро, я думаю, завтра, с Аней не вместе мы, нет, здравствуй, брат, как вы, отлично, все, Наргиз. Передай привет Анастасии с Морозовска. Настя, привет тебе. Ташкент, привет, ребятки. Вышний Волочок. О, нифига себе. Серега, привет, Гром. Леша, отморозься от Таньки. Увидишь, как она тянется обратно. Привет из Великого Новгорода. Привет, привет. Так, смешно слушать, который пришел пять раз. Да вообще пофигу, блин. Пускай мне гранд-диету пропишет, хочу. Ты гранд сам как этот, но пачка маргарина ходит. Ну, хотя сейчас последнее время вот девочка к нему пришла, он по-другому стал, по-моему, вести себя и питаться. Юденабенд. Юденабенд, окей, Юденабенд. Видуильст. Да, либо так. С женой что разошелся? Ну, были свои причины для развода. Да, у нас сейчас, вот я с Наташкой разговаривал, у нас сейчас очень хорошие отношения, и мне это очень нравится. Она научила меня мудрости, потому что у нас был бракоразводный процесс, он был в максимальном негативе какое-то время, где-то полгода. Но потом ее мудрости хватило все исправить. Мы нашли компромисс. Шалом, шалом, шалом. Гранд добрый, ну. Гранд добрый, да, согласен. Долго еще планируешь быть на доме, потенциал-то выше. Согласен. Ну, вот какое-то время еще буду здесь. Вообще бывают, ну не бывает, а все больше и больше мысли пойти за периметр. Сколько лет вашему ребенку? Моему ребенку 7. Во второй класс пойдет сейчас. Так, смотрю, дом с самого первого твоего прихода. Ты реально крутой. Почему же тебе так не везет? Все мне везет, хватит, да? Как ты проект? То в каком году пришел первый раз на проект? Ребят, в 2005 году я пришел первый раз на проект в мае месяце. Активно или как он? Ну, активности я не видел от нее, но ты куришь, паришь. Нет, парилки не курю. Иногда курю Айкос. Сигареты крайне редко курю.
А сыночку 7 сказал же. Опять слухи ходят, что дом закрывают. Это правда? Нет, ребятки, дом не закрывают. В каком районе ты жил? Где? Помню, как читал стихи Лермонтова. Вы еще предпочитаешь с поэтов. Ну, мой любимый блок. Есенин, Маяковский. Может быть, с новой женой сойдетесь. Я думаю, что это невозможно. В вип-доме или в общем? Я в общем доме. Инга. Хочется позитива, добра, любви. Где тот Алексей, который был полгода назад? Бородуля уходит с дома? По-моему, нет. Любимый ведущий. Орлова, Кадони. Да. Бородуля. Ну, я не могу сейчас сказать, что нет, ну, каких-то нелюбимых. В Берлине. Шонебяк. Вильмездов. Да, в Германию поеду. Любимая пара на вашем на проекте. Макс и Аня. Мы скучаем по Бородуле, когда она будет на Лобном. Скоро будет. О, Юлька, привет, привет. Ты в Испании до сих пор, да? Хотелось бы тебя видеть в качестве ведущего. Спасибо. Зубы Ладу по бартеру делают? Нет, за счет. Макс, привет. Зубы делают Владу за счет Санникова. Тебе надо выпустить свою линию одежды для поваров разных кухонь из разных стран. Возможно. Какие девушки тебе нравятся? Я не могу сказать. У меня нет определенного типажа. Грустный лист капустный. Да. Леха, передай мне привет. Ну, не ну, а чё? Паскаль, Жанна, привет тебе. Как думаешь, Крис сделает ведущим? Без понятия. Норвегия, привет, ребятки. Похудел сильно и быстро, молодец. Ну, не совсем быстро, конечно, ребят. Это стоило мне больших усилий. Я сейчас вешу 83 килограмма, ну, примерно как в 30 лет. Ну, как в 30 лет. Спать иди, давление поднимается из-за режима. Макс. Макс, а я вот только что говорил, что меня спрашивали, какая любимая пара. На проекте я сказал то, что Макс и Аня. Так, Леха, сколько тебе лет по паспорту? Мне 43. Кристина, раньше она только не звонила. Я сегодня говорил об этом, ребята, в эфире увидите там, через несколько дней. Удачи тебе по жизни, благодарю. У меня всегда по жизни сопутствует везение. Спасибо, пожалуйста. Так, что тут за вопросик прикреплен? Привет с Туркменистана, Туркменистан, привет, ребятки. Леха, вот скажи, как объяснить дочери, что папа с ней не хочет общаться? Ну, это достаточно сложно. Объяснять ей этого не нужно. Нужно придумать, ну, что-то придумать, какая-то должна быть версия такая. Мне вообще печально об этом говорить, то, что дочка, я вообще дочку хочу. Как можно не любить частичку себя, да? Таких людей не понимаю. Да, вы хитрые. Уйди, господи. Макс, ну ты что, ты должен заниматься своей девушкой. Время 0:47, а ты тут сидишь, мой прямой эфир смотришь. Давай, а то Анютка уйдет от тебя. Максим уже с вами... Я не знаю, Макс общается со всеми. Доброй ночи, добрые, ребятки. Заргарината. Грантом дружу с Грантом, он хороший. Фарина, дружи. Сложно 70 лет, да, потом вытягиваешь. С какого города ты? Привет. Привет. А ты все по караоке? Кого?
А ты по караоке эхо по бокалам гоняешь, да? Караоке, да. Меня видно Нет. хоть как-нибудь? Видно губы Нет. твои, да. Губы только? Труновато. Да. Либо в Норвегию поедем на водопад Вирингсфоссен. Возможно. Передача «Большая разница». Ты из Сочи, да? Нет, с Краснодара. Краснодар. В Сочи просто часто бываю. Классный город Краснодар. Как часто ты там был? О, Артур, привет. Я там был последний раз в 2001 году в ресторане «Мадьяр», когда башни-близнецы взорвались. Тут, походу, такого уже нет. Есть. Ну, должен быть. Артур, ну что, батл, может, в ТикТок замутим? А, Лив, ты сдала на права, кстати, да, хотел спросить. Чем обязан вашему визиту? О, поздравляю, Либо. Почему упаси от таких краснодарских? Сеть Кусь, Джимми. Я из Сочи, Евгения, привет. Ну что ты молчишь? Расскажи о себе что-нибудь. Да что рассказать? Ну, сколько лет тебе? 20? 24. 24? Похоже на свой возраст? Но мне все говорят, что мне меньше. Да, ну они тебе врут, мне кажется. Ну, отсюда я тебе дал бы лет 28-30. В темноте. Подключай, если хочешь, я тут. Хорошо, зайду сейчас 5 минут буквально, Артур. Это 28-30, Лёш. Что? Серьезно? Ну, так. Ну, я же тебя не вижу в темноте. Значит, тебе 60-70. Ну да, наверное. Если так выгляжу, то да. 60-70 мне было, 60-70 мне было, когда я залип на кухне с похмельной, ну, не спамши. А, в инсте. Говорят, что мне 17-18. 17-18? Ты знаешь, что 17-летние девочки, они как глянцевый журнал. Его листаешь, как-то... а там статья. Лёха, не парься, ты крут, это главное. Доброй ночи, тебе спасибо, Алексей. Почему у вас один и тот же сценарий, не знаю. Вот так, в жутких розочках, Либо. Лёша на 35 выглядит, спасибо. Бэйби. А почему ты... Да, говори, спрашивай, что ты хотела. Почему ты мне такое сказал? Да ладно, ты что, думаешь, мои слова могут пошатнуть твою веру в саму себя? Что у меня случилось, я не понимаю, почему я мутная такая? Не знаю. Мутная? Что за праздник? Что за праздник? У меня? Да. Желаем найти настоящую любовь. Спасибо, Дарья. Ну, тебе, малыха, с твоим тороплением сорвусь. Надеюсь, я не обидел эту девочку. Так, все будет хорошо, у тебя отношения будут лучше всех, да, знаю. Так, интересно, мутно. Сани, все, да, ребят. Алло. Ну, слушай, ну все тогда, давай. Отключайся. Давай. Пока, не обижайся на меня. Да, все, я обиделась. Я исправлюсь. Какая-то она мутная. Потому что вот она скучная какая-то. Да не, может, просто стесняется. Либо все, теперь ты водитель, короче, со стажем. А мне надо права. Меня, короче, тут мусора, ну, полицейские приняли. У меня же немецкие права. И я хочу сейчас поменять права. Чтобы российские были, так. А не с кем-то. Да я не знаю, с кем она будет. Пускай то, что хочет, это она имеет право. Крепкое здоровье. Спасибо большое, Галина. Так, Алексей, вы так без посредников.
Спасибо. Я думаю, что напишу стих какой-нибудь бессмертный. Вот сегодня сяду и напишу стих. Хочу на дом. С Мариной было интереснее. С какой Мариной? Подключи Артурчика. Я подключил, да, сейчас, если он примет. Ты просто большой... О, Артурчик, привет, дорогой! С большой пулей, да? Как дела? Как дела? Отлично вообще, просто все супер. У нас тут движуха. Ты в Питере сейчас, да? Да. У меня, смотри, вот я сейчас разговаривал где-то час назад, у меня мой друг близкий, да, Максим Михайлович, он большой чиновник. Ну, мы начинали с юности, с детства с ним. Он, короче, такой дядька серьезный. Если что-то нужно будет, прям вот, ну, какие-то вопросы там, ну, решить что-то, можешь мне смело писать. Вот, я не сомневался, что у тебя в любом городе есть связи. Это точно. Это очень здорово. Тем более он... Как бизнес идет, Артур? Отлично идет бизнес. Все ставим на черное. Вы же помните. Все ставим на черное. Вы же все знаете. Фон Бет, прибет в описании под трансляцией. Мы же открывать свою пиццерию. Все с Саней, Лёв. С кем? С Саней как? С Саней? Ну, никак, Артур. Вот пытаюсь, короче, сейчас просто ну, забыть эту историю всю, слава богу. Ты же... А что она натворила? Да, блин, ты знаешь, может быть, ничего не натворил. Я не хочу как говорить про нее больше никаких там гадостей. Дай бог ей там здоровья, чтобы... Я надеюсь, то, что вот эти вот ну, отношения, которые у нее были со мной, ей дадут возможность переосмыслить маленечко, может быть, свою жизнь немножко и в другое русло ее пустить. Ну, короче, тебя история с Грантом немножко подсмутила, правильно? Нет доверия. Да там не только с Грантом уже, то есть там Артур уже, ну, и другие, короче, истории. А, с Колесниковым, я понял. И с Колесниковым, и тусовка с Клавой, их на хате с чуваками. То есть, ну, там много всего, не хочу, короче, даже вспоминать. Вот вам, на самом деле, яркий пример то, что вот подружане, которые миловидные на первый взгляд, которые там классно общаются, которые юмористки, на самом деле, очень хитрожопые бабы. Я это тоже понял, что на самом деле не работают. А те, Екатерина, кого мы считаем слухами настоящими, на самом деле, они самые такие... интеллигентные. Это 100%. Так что... Ну, а у тут, тебя как? Все я не бухаю. В штатном режиме идет, все нормально, там планы свои есть? Потихоньку. Ну, я просто в Питере... Ну, я написал сериал, первую серию, но мне нет актеров просто. Я поэтому в Питере мне тяжело, на самом деле, потому что мало окружения. Косячь, я мог бы наоборот. Вот тебе Либерш, он пишет, видишь? Так, вот и дурачок, что ушел, у нас на Доме 2 участники не так косячили. Мог бы, наоборот, 100%. В своем примере показать, кто, как можно исправиться. Да, так. Дело не в этом. Дело в том, то, что типа я расстался, я отношения ну, не строил бы и не собирался бы. Как бы комментаторов много, там есть Безус, как бы, замена мне. Безус, ну, как бы, оратор хороший, поэтому... Ну, Захарова там была, она ушла. Комментаторов много сейчас на проекте. Но я скажу так, что... Ну вот, Адеев, если я говорил про Леху, то что вот Леха оратор хороший, он понимает в проекте, он понимает, в какое русло нужно двигаться. А вот, который сейчас кастинги проходит, сейчас вот беда, прям конкретная. Ну, ну есть такое, да. То есть ребята просто... Просто Ермакова... Ермакова влюбилась, походу, кастинг плохо идет. Ермакова уволили же вроде с кастинга, не? Да, ну я так уже немножко троллю, короче. Ермакова уволили, и кастинг стал намного лучше. Видите, как получается? Ермакова, прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Хоть тебе и свадьбу сорвал, но ты знаешь. Ну, у них все хорошо, по-моему, да, сейчас, слава богу. С Даниэлем? Да. Да, не знаю, на самом деле. Ну, вроде как предложение сделал он. Но я с ними не общаюсь, не контактирую особо. Поэтому ничего не могу сказать. Почему снова к тухлому Гранту слушайте. Симпатичная девочка пришла? Это к Лёхе вопрос. Лёха, а слушайте, Грантом, ну там... Они прям... Я не знаю, кому больше повезло, той девочке или Гранту, блин, ребят. Тут ну, вопрос такой. Просто я слышал слушок, то, что, ну, типа, Грант, он в своем мире живет. Я слышал то, что он там ребенка хочет. Ну, я
типа думаю, ну куда, какие дети, вы что? Вы сами. Ну он знает, что, скорее всего, это баланс ее карты увидел. Да, да, типа, ну, то, что поднимут, понял, ну, проект же не кормит постоянно и всю жизнь, ну, походу, он не понимает еще особо этого, поэтому он планирует надолго задержаться. Но вряд ли он станет вторым Рапунцелем, Дима. Поэтому... Нет. Район Кудрово. Кудрово. Леха, сбери бороду, сразу десятку скинешь. Да он так молодо выглядит. Ну, блин, слушайте, ну, может попробовать. Может реально сбрить бороду. Леха. Да. Как, почему ты так молодо выглядишь? Слушай, я не нервничаю, наверное, вот поэтому. Ну, и с водичкой разговариваю с детства. Я думал, ты скажешь, благодаря Горчи Балу, спасибо, спасибо ему большое. Да ну нахуй, ну. Нравится район, да? Я не выхожу почти из дома, поэтому нормально. Слушай, мне кажется, либо, я видел твое сообщение сейчас, мне кажется, не начнет Катя отношения. Я сегодня с ней разговаривал, она, ну, пока думает все об Артуре. Как здорово получается. Леха на ботокс. Что вы придумаете? Леха просто на молодняка. Да. Я питаюсь кровью молодых. Грант хороший, добрый. Юлька, вижу твое сообщение. Вы что на проекте остались, те, кто работает? Как папа? Нормально все. Артур, привет. Лепеша, ты не хочешь подключиться к нам? Мы будем втроем разговаривать. Тут такая есть функция. Лепеша. Бота сохраняет молодость. Так, отвечаешь. Артур, а чем вообще? В каком... На проекте лучше стало или раньше было лучше, Лех? Ну, слушай, сейчас, ну, мне вот, ну, менее комфортно стало. То есть... Менее? Да. То есть, ну, как... Ну, очень большая селекция прошла, и у меня такое ощущение, что вот, ну, процентов, наверное, 30 людей просто не понимают, где они находятся. Это факт. На самом деле, такой халявы не было, чтобы с 12 до 12 выключены камеры и микрофоны. Это вообще, типа, я когда услышал об этом, ну, я еще был на собрании, думаю, что? Нет, ребята, я не готов. Говорю, могу много лишнего. Лепеш, мы тебя будем тормозить, Лепеш. Да, 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 мы будем выключать звук. Артур, а в каком направлении? Слушай, напиши мне, там, давай спишемся с тобой. Может быть, я чем смогу тебе помочь? Я тебе дам, ну, Макса номер. Он очень, ну, такой нужный человек. Он меня обожает. У нас, знаешь, что мы с ним 20 лет уже дружим. И вот за эти 20 лет, чтобы ты понимал, когда он был, ну, сейчас, УВД, ну, начальником УВД, короче, а я был в розыске федеральном. Я сидел у него на селекторе, короче, но он с министром УВД разговаривал. А я был хулиганом тогда. То есть вот у нас такие были взаимоотношения, и до сих пор остались они. А он сейчас прям вот, ну, такой чиновник-чиновник, короче, там уже генерал давно. Пока все вроде как нормально, сейчас реклама есть, рекламные проекты есть, поэтому все пока Мы мне тоже Питер надо. Формально, да, расстались, но остались только документы. Я написал, что мне кажется, что давай побыстрее, как бы я согласен все это быстрее устроить. Так, Леха, ты сидел? Слушайте, нет, конечно, ну вы что? Hallo, wie geht's dir? Du bist aber richtig hübsch. Ich mag dir. Danke dir. Schönes Wochenende. Oli Besch. Lieber. Ну, почему-то все, кто был в Питере, все уехали почему-то. Странно. Не хотите говорить? Хотим говорить, конечно. Ты что? Вы подключаетесь, вы можете пятером сидеть в Инстаграме. Да. Самая, ну, классная деваха, просто она как алмаз, неограненный алмаз, да. Отошел от старых отношений, да. От алмаза отошел. Это как воспринимать, типа, лошадка не обдержана. А Леха же не обдержана. Леша, посмотри, я это, хромой конь, без рук у тебя. Тебе зайдет. Какой, Юлька, какой, а хулиганы? Слушай, сейчас посмотрю.
по билетам. Странно, я давно хотел. Ромашки ушли, за ними ушла белая. Вот почему вы, пацаны, еще какие-то цепочки, да? Не говори-ка. Если бы вы были бы на проекте, бы, конечно, мы сейчас сидели бы с Адеевым бы и выдумывали, типа, а как так? Как так резко белая потеряла смысл на проекте, потому что Ромаш ушел? Но на самом деле тут нет цепочки никакой. Ну вы да. Живете там, понимаете, немножко. Белая живет у нее верховный, как ей скажет, так в том направлении она и двигается. Ну, у нее два верховных, один на доме два, один в жизни. Поэтому, ну, да, она сталкивается. Алексей, как думаете, почему у вас не выходят отношения? Не знаю. А ты у кого в этом комнате? У Кристины? Ну, мы поменялись комнатами, они переехали туда. Я в первой был же, в Ромашовых. Она большая. А, вы живете в комнате, короче, по одному, да? Ну да, я вот, я в этой комнате живу. Вообще кайфую, прикинь. Как здорово. Ответь, плиз. Да, вместе, вместе. Мужики, любимая мудики. Любимая тема Лехи — это Барзиков и Кристина Бухенвалд. Артурчик, ну давай, я тогда пойду тоже. Да, давай, давай. Дмитрий, рад тебя был видеть, на связи. Я тоже, взаимно. Все, все, обнимаю. Давай, Леха. Бай-бай. Пока. Обнял, давай. Обнял тебя тоже, давай, Артур. Пока-пока. Так, Леха и Миша шевелится, все, что... Слушайте, да нифига я не имею, кто шевелится. Ну, прекратите, зачем вы так говорите? Мне, кстати, сейчас ну, гораздо сложнее. Не то, что сложнее, я подхожу более ответственно к интимной жизни. Я вообще очень брезгливый человек. И мне хочется заниматься любовью, а не просто, ну, потрохушками. РПЛ, если да, любимые команды. Вы наблюдаете за российской... что-то не понял. Ты когда в баню? Не знаю, хочу в баню, короче. Так, Леха, вы на самом деле неплохой мужчина, я верю, вы найдете свое. Ну, естественно, ЦСКА или Зенит? Конечно, Зенит. Белая дружит с головой? Наверное. Леша, когда в Европу? В сентябре. Юлька, в сентябре поеду. Вообще хочу в Испанию переехать. Окончательно тоже. Так, хочу в Дению. Ну, Бенидорм, Дения, где-то вот, ну, на границе Аликанте с Валенсией. Мне очень нравятся эти местечки. Только не Торревьеха. Хотя там Соляное озеро тоже мне нравится. Прикольная тема. Съездить туда. Анька, ты чем занята? Не знаю, или Бержик. Да я не обижайте моего бывшего, только я могу это делать. А у Блинчик что? У Кристины с Ваней, ребят, не знаю, все хорошо у них было. Милан сказал, что Анька тебя еще любит. Да понимаете, что у меня есть чувства к ней тоже. Ну, блин, настолько все сложно, настолько столько грязи было вылито. И я просто, ну, не представляю, что должно произойти, сколько нужно переработать всего. В Торревьехе Панин живет. Ну и что? А, пускай живет. Вот. Сколько нужно всего переработать, пересмотреть, чтобы быть вместе. Нужно вернуть доверие друг другу причем. Деньжат подкопил, Алексей. У меня есть денежка. Всегда было. Всегда есть подушка. Кристина и Ваня вместе, да. А у тебя волчьи глаза. Возможно. Почему Ермакова уволили? Кайнанунг. Еще обидно за тебя в плане дружбы с Кристой. Я сегодня как раз, ну, разговаривал там с Катей Гориной, по-моему, на кухне. И коснулся этой темы. То, что... Сейчас, секунду, Данька. Надо просто брать в охапку и возить. Смотри-то подальше. Ваня, например, и все будет хорошо. Согласен. Так, Юлька, Леша. В работе, в картинах, пробую продавать, пишу, увидимся, как договорились. Да, Юльчик, на связи. Такой милаш. Ну и вот как раз сегодня говорил про то, что я вот эту Крис, да, которую здесь и сейчас, я ее не знаю. Она, ну, настолько черствая стала, по моему мнению. Вот. И, ну, может быть... Я по-другому стал себя вести. Конечно, тут нельзя этот момент убирать. И говорить то, что вот она виновата в этом, да. Но
Возможно, мои поступки ее отвернули от меня. Ну, в общем, то, что сейчас происходит, мне не совсем нравится. Я, ну, как, блин, не знаю, как даже подобрать слов этих. Ну, я не вижу, что она живет, да. Что она вот, ну, не вижу той Кристины доброй. Потому что раньше все ее поступки и действия, которые были, мое внутреннее я одобряло, да. Я топил за нее и всегда был на ее стороне. То есть, понимаете, сейчас ее там, ну, слова, действия, какие-то там обсуждения тем, они, ну, находятся в моем внутреннем конфликте, я не могу ее поддержать. Леша, скажешь фразу какую? А ты веришь в паранормальное? Нет, я верю в Бога. Сохрани эфир. Сохраниваю. Нет, просто да, не говорит. Варвара, вы уже второй раз пишете плохое сообщение. Не говорите так про Аню, пожалуйста. Нет, то, что она раскрылась, реально много моментов. Она... Ваня, что за драка произошла между Бахнбалтой и девочкой? Не знаю. Так, Алексей, можете стих экспромтом? Как всегда, душевно получается. Сегодня ночью в диалоге сказал я много гневных слов. А в комментариях... А, сегодня ночью в диалоге сказал я много гневных слов. Вы вытирали много ноги об непонятных мудаков. Сказали мне, что я противен, и вам со мной не по пути. Возможно, очень экспрессивен. До счастья с вами не дойти. Я здесь сижу, скажу прощайте, до завтра. Может... в этот раз и никогда не обижайте того, кто верит в вас сейчас. Ну, вот как-то так. Многоногие, многоногие. Ребята, доброй ночи всем. Да, давайте пойду я попью водички. Сейчас у меня урок немецкого. И... Ich bin müde. Ich möchte schlafen. Прекрасно. Так, скажи, плиз, почему Надю? Да я откуда знаю, блин, я вот только сейчас узнал то, что понятно. Так, спасибо. Сходи на спектакль «Хулиганы». Я сейчас прям посмотрю билет, Юлька. Ты русский по национальности, да? Лёха, обидно, что Крис. Хватит. Гутнах, танка. Лёша, во сколько? На проекте не хочу. Не хочешь уйти? Так, начинаю смотреть «Дом-2». Почти все. Интересно смотреть, когда они появляются старые участники или появляются интересные люди, приходят смотреть. Где научился готовить пиццу? Самоучка. Гутенах, танка. Тоже хочу. Все, ребяточки, давайте. Пока. Доброй ночи всем. Любви всем. Сколько баб, Леша? Сколько баб? А сколько женщин прекрасных увидел я здесь? Сколько слез вы пролили, проклятая спесь, не давала вам счастья принять на сердца. Лишь влюбились в того озорного юнца. Ладно. Валина, Камчатка, привет. Ты прикольный, спасибо. Все, ребятки, давайте, тоже повеселили меня. Доброй ночи всем. Завтра мы в ТикТок. А, в пятницу у меня ТикТок, короче, будет. Если хотите, залетайте, у нас будет интересно. Будут желания, там, из Германии с Белым. Будем с Саней Белым, короче, будем батлиться. Неуважение к девушкам. Почему столько неуважения к девушкам? Я люблю девушек. Это самое прекрасное существо. Не буду говорить, самое прекрасное. Люди на земле — это женщины. Не унижайся больше. Ни перед кем я не унижаюсь, но... Липецк, привет. Сколько дурочек. Сколько дурочек видел вживую. Еще столько же вижу сейчас. Лишь по вам я сегодня тоскую. Как в тот вечер, наполненный вас. Так, Барзик. Короче, все. Удачи, Леша. Спасибо большое. С Богом.